Доброе утро, мисс Чирай! Доброе утро, ученики. Надеюсь, вы уже умеете размышлять, потому что сегодня мы с вами продолжим изучать физику. Физику? Угу. А точнее, теорию использования силы для преобразования энергии. Мы узнаем, как можно на практике превратить потенциальную энергию в энергию кинетическую. Чего-чего? Мисс Чирайли, для нас это пока сложно. Да, зачем вообще нам физику изучать? О, потому что это важно. Завтра вам наверняка понадобится знание ее основных законов. Завтра? Но почему? Потому что вы будете участвовать в Эпплвудском дерби! Я уж подумал, что нас опять начнут мучить этими, как их, уроками. Уже завтра мы сможем поучаствовать в настоящем дерби. Это же так круто! Мои родители давно мне об этом твердили, и вот я сама буду участвовать. Запомните, не стоит торопиться, дорогие мои. Чтобы хорошо подготовиться к гонке, придется потрудиться. Да, но хоть уроки не учить. Завтра каждому из вас дадут вот такой брус древесины, и в течение одного дня вы должны будете превратить его в готовый к соревнованиям карт. О, да. Нам придется поработать. Угу. К счастью, вы все можете обратиться за помощью к старшим пони. Но будьте очень внимательны с выбором, ведь помощники будут участвовать в гонке вместе с вами. Я знаю пони, к которой можно обращаться. Я тоже. Их трое. Запомните, ваш карт обязательно должен финишировать. Только тогда вам вручат награду. Главный приз за скорость и за победу в гонке. Приз за традиционность вручают самой точной копии первоначального Эпплвудского карта. И приз за изобретательность для карта, созданного по лучшему проекту. Ух ты! Какие красивые голубые ленточки! Учтите, чтобы собрать карт, нужно многому научиться. Я знал, что будет подвох. А вы видели, какие карты участвовали в гонках раньше? Да, я о них все выяснила. Когда в Понивилле открылись первые гонки, на трассу вышли карты из яблоневых деревьев. С тех пор эти соревнования просто неотделимы от яблочной аллеи. Думаю, старые карты выглядят очень круто. И, по-моему, ты и Эпплджек наверняка возьмете приз за традиционность, да? Эпплы всегда его получали, но, честно говоря, чтобы выиграть гонку, я бы лучше построила быстрый карт. Хотя... эту награду завоюет скутер Радуга Дэш. Знаете, я все время катаюсь на своем скутере, и победить в скорости для меня не проблема. Я попробую сотворить самый невероятный карт из всех известных. Серьезно? Конечно. Если приз за изобретательность будет мой, ты получишь награду за скорость. А я тогда возьму приз за традиции. Похоже, мы все попробуем себя в чем-то новом. Я скажу об этом Эпплджек. Ну, тогда за дело. Вперед, искатели! Даже не сомневайся. Конечно, я помогу тебе подготовиться к дерби. Тебе понравится это не меньше, чем мне, когда я была еще юной. Стой! В Клаудсдейле тоже устраивали дерби. Их там устраивают так же, как и в любом городе Эквестрии. Ах, я до сих пор помню, как неслась в своем облачном карте. У меня просто дух захватывает! Дай угадаю, ты была самой быстрой? Ха, разумеется. Ну, так что же, ты поможешь мне собрать карт? Помогу ли? Да я уже в деле. У меня миллион идей. Миллион ни к чему, я уже кое-что... Ой, я сама придумала. А что ты ищешь? Чертеж своего гоночного карта, конечно. Я его усовершенствую. Придется по дороге лететь, а не по воздуху. Но уверяю тебя, твой карт будет просто великолепным. Как же здорово иметь сестру. Если Дэш со мной, разве может что-нибудь пойти не по плану? Я рада, что ты решила собирать свой карт вместе со мной. Ведь дерби Эпплвуда начались... У нас на ферме.
Я знаю. Ты оказала мне большую честь, и я помогу тебе получить приз за лучшие традиции. Вообще-то я хотела построить другую машину. Скоростной карт. Скоростной? Эпплблум, сейчас настали совсем другие времена. Для строительства карта нужен очень легкий и современный. Конечно! Но эпплы берут другим. Мы всегда славились традициями. С самого начала этих гонок. Зачем нам претендовать на что-то другое? Ты лучше сходи и принеси побольше ромашек, веток орешника и яблоневую древесину. И я покажу тебе, каким должен быть карт семьи Apple. Видно, придется поддержать семейные традиции. Опять новые дерби! Конечно, помогу. Надо же, Рарити, я и не думала, что ты обрадуешься. Да? Я восстановлю свои позиции за провал, который был давным-давно. Я собрала свой собственный карт, когда была еще юной кобылкой и была просто уверена, что выиграю приз за изобретательность. Но я стала второй. Второй! Ты проиграла соревнование? Кому? Я получила достойный урок. Я поняла, что мои зрители, да и вообще все зрители, хотят чего-то большого и дерзкого. Цок-цок, выходите отсюда, у меня срочные дела. О, как жаль. Я вложу в строительство карты все свои знания. Я создам самую большую и необычную модель, которая будет претендовать на супероригинальность. Вообще-то, я планировала создать что-то более традиционное. Нет, дорогая, оставь традиции Эпплом, а мы возьмем задором. Скоро приз за изобретательность будет в моих копытах. Ты, видимо, хотела сказать «в моих». Я так и сказала «в моих». Дорогая, мы начинаем завтра с самого утра. О, с самого-самого? Рарити, солнце еще даже не встало. О, участники, хватит жаловаться. В мое время вставали гораздо раньше. Да, я бы среди ночи вскочила, если бы это помогло мне пересечь заветный финиш первой и получить награду. Моя идея будет самой изобретательной. А мой карт получит приз за традиции. Ну и ну! Хороший меня ждет денек. Ты имеешь в виду наш карт, да? Да, ведь мы так и сказали. Да. Наши карты! Их карты! Такое впечатление, что они собираются строить их без нас. Нет, это наши карты, но мы работаем в команде. Правильно? Конечно! Они же наши старшие сестры! Разумеется! К тому же они строили их раньше, и опыта у них больше. Не будем обижаться! За работу! До вечера мы должны построить самый быстрый карт в мире! Кстати, об этом. Я хотела бы получить приз за самый оригинальный карт. Просто про скорость ведь я и так все знаю, так что... Вот именно! Все дело в скорости! Мы выйдем на финиш и возьмем главный приз. Почему бы не стать первыми, так? Слушай, я там банки с краской оставила. Принеси их мне. Самое забавное – это рисовать цветные полоски на своем карте победителя. Да уж, забавно. Строить мой гоночный карт вместе со старшей сестрой – это просто замечательно! Чем тебе помочь? Можешь просто насладиться его зрелищем! Только он пока еще не закончен. И хорошо. Разве ты когда-нибудь видела карт лучше и красивее? Что-то не так, Эпплблум? Вообще-то я думала построить что-то более современное и не такое хрупкое. Может быть, мы и победили бы? Послушай, мы ведь уже это обсуждали. Традиция для нас главная. И кто знает их лучше, чем Эпплы? Никто. Ясно тебе? Скажи, ты Эппл или у тебя другая фамилия? Я Эппл, но мне почему-то хочется снять кайму. Нет, не снимай!
Но почему мне вечно приходится за тобой все перестраивать? Скоро начнется гонка! Оу, может, тогда переделаем его? Ну, хоть чуть-чуть. Нельзя! Да и зачем переделывать то, что и так вполне совершенно? Ну да, совершенно. Слушай, я сделала набросок своего карта. Я бы украсила его желтой бахромой. Дорогая, бахрома сюда не годится. А желтый цвет недостаточно дерзкий, да и не столь заметный. Ну, хорошо, цвет можно поменять. А стиль ретро мне уже давно нравится. Вроде этого. Крошка Белль. Красавица! Слово ретро – это синоним слова устаревший. Наш девиз – много и дерзко. Мне нужно поддерживать репутацию. В юности я уже проигрывал, это только представь, что будет, если сейчас я проиграю опять. Никто не будет покупать мои наряды. Но ведь мы должны собирать этот карт вместе. Ну, разумеется, дорогая. В принципе, мы его уже собрали. Вуаля! Понимаю, ты онемела. Если эта модель не самая большая, то я умываю копыта. Она самая прекрасная. Ну да, прекрасная. Начнется гонка. Привет, искатели. Как дела? Рарити собрала самый огромный и дерзкий карт, который вы только видели. Надо же. Ну, а Эпплджек построила даже не традиционный, а скорее старинный карт. Что бы я ни говорила, Радуга Дэш умудрилась построить самый быстрый карт во всей Эквестрии. Похоже, ни одна из нас не получила то, о чем мечтала. Но я уверена, старшие сестры знают, что делают, правда? Правда. Правда. Да, и даже если наши машинки не такие, как мы хотели, будет весело довести их до финиша. Точно. Гонка – это самое главное. Да, искатели лучшие и не проигрывают. Да! Участники гонки, попрошу всех на старт. Участники гонки, попрошу всех на старт. Гонки вот-вот начнутся, Скуталу. Поторопись, если хочешь прокатиться на карте победителя. Ты тоже, крошка Белль. В нашем карте есть только одно место для пассажира, и оно твое. Скорее! О, подружки, подождите меня. Мой карт, построенный по традиции, идет выверенным аллюром. Медленно. А пассажирское сиденье с умеренным подогревом, Apple Bloom. Пассажирское сиденье? Только они уселись за руль. Они построили наши карты, они ими и управляют. Нам нужна была помощь, но теперь они только все портят и не помогают. Поторопимся, иначе вообще в гонку не попадем. А вы случайно никого не забыли? Они идут! Но ведь обычно младшие пони ведут карты. Дорогая, ты считаешь, что наши карты можно назвать обычными? Гонщики по моей команде. Внимание, вперед! А-а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 
быстрее, а не глупее. Это идеальный ход. Вперед, вперед, вперед! Зацените, я на дерби, на телеге, на своей. Зацените, я на дерби, я сегодня всех модней. Просто сбит умело. Ну а я просто ас, и не догонят нас. Мы в этой гонке пас, хотим гонять по-своему. Ну, тебе весело? Может быть, все-таки чуть-чуть поднажмем? Жми на газ, дерби гонщи, жми на газ, дерби гонщи, жми на газ, дерби гонщи, но! Я привлеку внимание, чтоб получить награду. Я прибавлю скорость, мне оторваться надо. Мы тут не спешим, мы же просто отдыхаем. Да мне уже плевать, ведь мы точно проиграем. Каждый пони знает, презентация важна. Я всех обогнала, ведь я для гонок рождена. Надо все смелее творить, не стоит даже спешить. Тут важно не тормозить и поздно все прекратить. Чудесный лебедь превратился в какую-то гадкую утку. От моего карта остались рожки да ножки. Победа будет за мной, если я дотолкаю карт до финиша, да? Это не ваши карты! А? Мы должны были строить их сами, и мы должны были их испытывать. Дерби устраивали для нас. А не для вас троих! Вы умудрились всем испортить настроение! Да, полагаю, мы, взрослые, увлеклись и слегка перестарались. Я думала, вам нужна была наша помощь. Вот именно! Нам нужна была помощь, чтобы построить новые карты. Но все кончилось тем, что вы опять сделали все по-своему. Угу. Но почему вы ничего не сказали? Вы же принимали участие в гонках и лучше в них разбираетесь. К тому же тяжело спорить со старшими. О, я отлично вас понимаю. Но думать, что старшие всегда правы, непозволительная роскошь. Нам наверняка стоило бы хоть иногда к вам прислушиваться. Мне кажется, что нам троим нужно перед вами извиниться. И не только перед нами, кстати. А может, вы начнете подготовку заново? Думаю, это прекрасная идея. Но только старшим в работу лучше не вмешиваться. Спасибо, что помогли починить наши карты. Творческая работа, да? Знаю, он не совсем традиционный, но в скорости ему не отравных. А знаешь, дорогая, мне кажется, что эта желтая окантовка смотрится здесь очень даже уместно. Спасибо за помощь. Без вас мы бы не справились. Что ж, полагаю, мисс Чирайли проведет гонку еще раз. Да уж, не каждый год мне приходится делать это дважды, но... Участники дерби приготовятся к старту! Участники дерби приготовятся к старту! Гонщики, по моей команде, внимание! Вперед! Давай! Это правильно, что взрослых нельзя допускать в соревнования младших. Но чем нам теперь заниматься? Мне
Кажется, у меня есть одна идея. Замечательно. Честно говоря, я не уверена, что водить карты лучше, чем отдыхать под солнцем. Согласна. Ах, расслабляться в шезлонге приятнее, чем вкалывать целый день. Давай, давай. Настоящая жизнь, правда, подружки? Ха.